Сейчас мы идем в самый центр Ханоя, где находится мавзолей Хашимина. И вот слева у нас памятник Ленину. Здесь, да, вот такая башня. Здесь очень красиво, широкие улицы. Now you really feel at home. Да, а сейчас я действительно чувствую себя как будто в Советском Союзе. Такие же площади, памятники Ленину. Через security пост и вошли на вот эту площадь. Вход бесплатный, просто нужно пройти проверку. Они просвечивают рюкзак, и как в аэропорту проходишь через металлическую рамку. Очень торжественно. Торжественная атмосфера в этом месте. Называется Тай, по-моему.
вот здесь, на этом озере. Прикольно. И мостик тоже вот такой. Ханой. 8,5 миллионов человек в этом городе. Столица Вьетнама. В субботу должно быть все открыто, у них наоборот все закрыто. Мавзолей был закрыт. Пагода закрыта. Здесь тоже, похоже, ничего не происходит. И петухи ходят по дорогам прям как у себя дома. Блин. Вау. Видели это чудо? Вот иногда идешь шумные улицы с кучей машин, и вот так вот раз немножечко в сторону и попадаются вот такие прям прикольные маленькие улочки, тихие, с мандариновыми деревьями, с цветами. Или вот раз и какой-то памятник. Ханой, 1946 год. Saturday Market Walking Street. Uh-huh. Now where you want to go? Yeah, go straight. I don't know, but it doesn't matter, I believe now. Столько цветов вы, наверное, никогда в жизни не видели. Utensils district, is it? У них продажа идет по районам. Один район продает для кухни разные приспособления, другой цветы, третий лампы. Каким-то образом все это организовано по товарам. Смотрите, что делается. Приближается восточный Новый год. It's New Year decoration. Драконы. Там год дракона приближается. Мой год, кстати. Теперь мы на улице разных болтиков, колесиков. Так раньше вот в этом отеле останавливался. До нашего отсюда 3 минуты. Миллион замков. Миллион дверных ручек. Миллион каких-то котлов.
No. Но мы... Бунча. Да. Но мы обнаружили новое блюдо, называется бунча. Все вкуснее. Мы специально шли к этому месту, чтобы посмотреть на сервер. Сент-Джозеф. Кассидро. Кафедральный собор вот такой. It was built by the French when they were colonizing Vietnam. They were in control for about 150 years. And it was built for, it took them 20 years to build it, I guess, and they did a lottery to raise the money for it. That's all that's said in that placard. I don't know much else. What year was it? Oh, early 1800s, 1830s, something like that. В выходные эта улица становится пешеходной. Так необычно, что нет машин, нет этих мотобайков. Вот это вот кафе знаменитое, вернее, разные кафе на 5 этажах. Вот это здание, 10-этажное, оно напоминает круизный лайнер. Вот нет. Вот еще раз видно все кости. Шапками просто повсюду, с ушками и с такими, и с сякими. И они эти шапки носят постоянно. Бесконечный субботний воскресный рынок. Просто бесконечный. Thank you.
I love you.
вьетнамцы делают специальные такие упражнения, которые называются тай-чи. Мы немножечко опоздали. Сейчас 7:30. Они вообще это делают на рассвете с 5 до 7. Вот они только что закончили. Очень жалко, мы не успели. Но вот мы можем видеть еще. Мы можем просто видеть утреннюю жизнь здесь, на озере. Знаете, что прекрасно здесь вот в Ханое? То, что они перекрывают дорогу вокруг этого прекрасного озера по выходным. Сегодня воскресенье. И вот поэтому люди могут здесь бегать, кататься на велосипедах, гулять. Очень классно здесь утром. Vietnam, 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 Vietnam,